Так, всем привет, мои подписчики, и сегодня делаю обзор на Wizard Robert. Что ж, посмотрим его контент. Но сперва начну с аватарки, то есть с баннера и шапки. Аватарка, скажу, 100 из 10. Потрясающая шапка, тоже 100 из 10. Очень неплохо. Что ж, посмотрим его контент. Что скажу, сам ролик, знакомьтесь, отряд Фрисмен, 10 из 10, неплохо. Так, смотрим следующее видео. О, Роберт и Даша Экзе Гача, Нокс, анимация. Блатан, я на перекрестке, это ты там вдали стоишь? Запомни, если этот кто-то не похож на миленького котика-дремотика-бармотика, то это не я. Ты не туда плесён. А это кто тогда? Прикольненько. Так, смотрим следующий ролик. О, где то в озере на закате? Гача Нокс, анимация. Watching the waves. I'm in love with you, Brandon. Что скажу? Очень интересно. Так, смотрим следующий. О, хотел сделать прохождение на компьютере. На компе, но что-то пошло не так. Oh, shit. Here we go again. Да. Понимаю. Но все равно ролик 100 из 10. Очень круто. Так, смотрим следующий. О, вы должны понять меня по дисклеймеру. Это очень важно. Так она улыбается и говорит, что любит меня. Я стою и даже не знаю, что сказать. И я ничего не чувствую. Я чувствую себя опустошенным. И мне страшно. Ого, что это было? Сейчас. Что ж. Ясно. Так, смотрим следующее. О, просто мемчик со мной и Даша за Кэт Хэшхок. Йоу! 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 А? О, прикольненько. Ну, сразу скажу, прикольный мемчик. Так, следующий. Пов, Томас и Чарльз, когда они снова что скажу, сам ролик 100
из 1000. Потрясающе! Так, смотрим. О, Five Nights with Roberts Chapter 2. Очень классно. Так, смотрим следующий. О, мем по доктор Ноухер. Внимание, автор. Не хочу повторять и не оскорблять YouTube. Пипец. Немного жутко, но все равно очень круто. Так, дальше смотрим. О, и вот что они делают с ними, когда они не отвечают правильно. Интересненько. Так. Дальше смотрим. Лучше его не злить. Скетч. Y'all gotta realize something. I don't even hate the guy. It's just tough love, you know what I'm saying? Somebody in the... Shut up! Yo, I can't help it. At this point, it's like a tick, you know what I'm saying? Somebody in the friend group got to get picked on a little more than the others, bro. He's just the punching bag of the group. Don't mean we don't love him. It just is what it is, bro. Ну все правильно, лучше его не злить. О. Следующий. Фури хренури мем. Я не гей, я, как это модно говорить, подскажите, кто я, фури, хуй, блядь, какое фури, блядь, фури, это ты, фури, блядь. Ну, правильно, ты не гей, ну а фури это люди, переодетые в костюмы животных. Так, следующий. И вот так делается медведь. Мэм. И вот так делается медведь. А если я хочу сделать не медведя? Классно. Так, дальше. О! Five Nights with Roberts Chapter 2.
минус медведь. Бля! Прикольненько. Так, дальше. Кто будет сакмен? Простите, но это вид. Кто будет сосать хуй сегодня вечером? Я! Ебать закрой! Ты меня насосал! Сегодня надо лизать яйца! Сраку лизать я! Ебать закрой! Сегодня треба, ну, ебать закрой! Погрузка пи***я! Закрой ебало, блядь! Якаешь, блядь! Заебался сраку вы, ебать! Два наряда в сраку! Шурик, иди сюда! Я у него сосать не буду! Ой, ёшкинку! Прикольненько, ставлю 100 из 10. Неплохо. Так, женская тусовка. Lonely Night In. Анимация. Isn't this great? Just us gals hanging out together, while Kinu is out with his friends. Ooh, we should watch a movie together, and after that, we should play games. We should watch a horror film. How about a comedy movie? Let's watch an action film! Not another action film, Nikki. Not this argument. I don't want to have night terrors in bed again. And whenever you choose a movie, I have to sleep with my lights on. I wonder what Keenan's doing. You gotta order pizza instead of burgers, dude. It fits the mood for our game night, you know what I mean? Dude, we always order pizza for our game night. Why don't we try anything new or something? Trying something new? We've always had pizza whenever we hung out, Jonas. Guys, could we just not argue tonight? I'm not feeling too good. Oh wow, real mature for 27. We're still not watching an action film. I can't hear you. Guys, can we not fight tonight? Candy isn't feeling too good. She's been quiet recently. Now what is she upset about this time? I think she's missing her boyfriend. She's been checking her messages every second. Oh, you've got to be kidding me. Is that why you... Классно. Так, дальше. Так, вот. Это не оскорбление, чтоб вы знали. Идеально. Что ж, долго делать не буду. Так. Понравился обзор, тогда не забываем поставить большой палец вверх и подписаться.